пообедали с Надей, выпили немножко рома, пошел обед, думаю, пойду порыбачу чуть-чуть, хочу сидеть на пляже, искупались 20 раз, ну, вот, закинул с первого раза, ну, тут постоянно, то закинешь, сразу же через секунду по клювке, вот сверху попал маленький снайпер, снизу дорадочка маленькая, вообще сегодня наловил вот почти полный полиэтиленовый пакет, правда все отпустил. Не отпустить. Куда я готовить, что это муха была бы, пожарить можно было. Ну, пусть будет, отпущу. Для рыбалки в Эмирате Рас Эль Хайм требуется лицензия. Стоит она всего $9. Но к кому бы я ни обращался, и к администрации отеля, и к представителю туроператора, и пробовал связаться еще из России с правительством Эмирата, все оказалось бесполезным, поэтому на свой страх и риск я приступил к самостоятельной рыбалке справа на безлюдном пляже около отеля Бин Маджид. Только забросишь, сразу клюет. В основном на кальмара, конечно, можно ловить и на хлеб. Что ловилось? Мелкая дорада, мелкий снайпер с ладошку, но приятно. Я получил огромное удовольствие. Вот, кстати, еще наша российская полена. Все. А это наш рыбак Александр. Он не может без рыбалки отдыхать. Для него без рыбалки это не отдых, это пустое время. Что, уже идет? Покрупнее надо кальмар побольше ставить, а ты хочешь сэкономить? Ну, так не бывает. Ну, видишь, может быть, вода потеплее стала. Рядом с пляжем Бин Маджид находится стоянка местных бедуинов. Вот обратите внимание, очень небедные бедуины. Аборигены живут местные. Может, тебе трава попала? Ну, давай. О, трава. Очень такой момент интересный. Забрасываешь, и у тебя идет поклевка момента. Только в момент приземления. И ты успел посетить, все. Ну, ты давай учись. Что, рыбу? Рубай пока. Сейчас перецепишь, да я поснимаю еще чуть-чуть. Или ты долго будешь? Парсик,
К сожалению, рыбалка в Рассельхайме получилась нелегальная. А я готов был заплатить эти несчастные $9. Но рыбалка оказалась увлекательной, это разнообразило наш отдых.